заеду к Наташе. Никак сегодня не могу начать я что-то делать. Видно, день такой. Передам маме ягоды и назад. Так, посмотрим, есть на озере кто. Вот, после урагана одна машина. Одна машина. На озере почти никого нет. Детвора купается там в лягушатнике. Так, на обратном пути буду ехать, надо купить масло, хлеба, там список дали мне. Все не утянешь из города, хорошо, что магазин рядом. 5 минут на велике в магазине. А вот и магазин под названием кодовым «Продукты озера». Смотрите, как быстро новые дома подступают к деревне так называемой. Бывшая деревня это Гершоны. Это сейчас черта города. Справа гаражи. Слева частные дома. Смотри как, вплотную новостройки. Вот еще пару минут и я приеду. Цветочки, цветочки. Вот деревья какие пушистики. Деревья пушистики коричневые. Вот и дом новый. Раньше не было. Прибыли, прибыли. Ой, у Наташи пушистый такой есть зверь. Не пускают. Говорят, минутку. Ждем минутку. Но не больше. Здорово! Всем привет! Привет! Это называется «Застали врасплох». Ну, не... я туда и обратно. Никак.
Больше ничего. О, а это что за цветы? Как называется? Что? Цветы как называются? Бегония. Бегония. Красивые. Ну, вот бегония. Где, где? Вот, вот. Вот, а, вот возле, на крылечке. Вот бегония. Вот бегония. Тоже красивые. Такие же, только помельче? Или нет, просто... нет, разные. Разные. Но это другие видно, да, чуть-чуть? Угу. Эти растут круглый год, а эти на зиму клубни. В морозилку кладут. Фу, в морозилку, в холодильник кладут. Там хранятся. Хорошенькие. Ну, пересыпай, да я. Или что, что покажешь? Есть что у тебя? Очень много уже цвело, обидно. Что-то еще будет цвести. Тут у меня небольшая революция была. Чего? Еще не доделала. Вот тут все выкопала, засыпала этим льняной кострой. Видишь, как из нее трава прет? Льняной кострой? Это угу. Чего? Ну, я не знаю, как это перерабатывается, лен, что это, отходы какие. А, лен. Не знаю. Ну, честно. Наверное, отходы производства, так скажем, да, из льна. У меня же здесь все в можжевельниках было, они уже такие страшные стали. Угу. В общем, я это все убрала, и здесь будет расти магнолия, которая цветет желтыми это цветами. Она вот сейчас там, да? Ну, понятно. Я такое чудо нашла в интернете. У тебя такой еще не было, да? Не было. Я Алене сказала, она: мама, я куплю тебе. Ну, хорошо, молодцы. Ну, тут вот кампсис будет. Так обильно будет цвести в этом году. Вот видишь? Как называется? Кампсис. Вот такими длинными оранжевыми колокольчиками. Мы таких названий и слыхать не слыхивали. Вот это вот, доланина. Но я не знаю его название. Может, кто-то напишет. Кто Нина? Соседка. Соседка. Ваша. У нас вроде растет такой тоже. Ну, она только говорит, маленький. Что цветет красиво, но ни разу не цвел. Не знаю. Посмотрим, что вырастет. Что будет? Что вырастет. Тут магнолия цвела. Вот это. Совсем недавно, да. Вот видишь, какие пооставались. Совсем-совсем недавно. И что это такое? Шишки. Ну, это вот внутри цветочка было. И потом что, они упадут? Ну, это семена. Угу. Ой, как назло, лилейника сегодня нету. Вчера так много было ничего. Цветов. Смотрю, кто-то подсматривает, думаю. Кто что. Как я раз испугалась. Вот здесь вот палю. Ну, а я боковым зрением тоже чуть дернул. И вдруг вижу ноги. Не передать мое состояние. А я на нос как-то так вот у меня раз, ты тоже чуть. Понимаешь, весной куст был меньше, и ее хорошо было видно. А сейчас разросся. Ну. Вот это лохматые, как называется? Скумпия. Скумпия. Она это... на улице, вот, ну, бордовая. И у соседей там за углом. Угу, вот она, как говорится, Попышнее. А этот куст, наверное, на следующую зиму, ой, на следующий год придется обрезать. Ветку, вернее, вот эту. Вот она не очень. Тут розочки отцвели. Вот эта роза помпанелла. Ох и красотка была. Как пионы были розы. Жарко или все просто отцвело? Нет, просто уже очень давно оно. Давненько. А это без названия? Эти? Да. Эти без названия. Это роза и роза. Ну. Красивые они и без названия. Да. Вот это, знаю, называется аспирин. Вот это. Роза аспирин? Да. А кто там, Марго ходила так? Может быть. Сюда? Она там привязана, нет? А что, боишься? Нет, так ходит. Не, просто. Не, не привязана. Вот какой нежный, да? Красивый. Ну, а цвет какой бесподобный. Угу. Тянется. Маргуська? Тянется. Маргуся. Хозяйка наша. Маргусенька, привет. Маргуська. Маргуська. Маргуся. Маргуся. Старушка? Да. Хорошенький, хорошенький. Уже на следующий год 10 лет. Да. Юбилей будем отмечать.
Мы родились 12 апреля. Огромная, да? Ну, о, как кабан. Кабанчик твой. Тумбик. Ну чё? Пойдем куда? Там огород. Ну, вот огород. Роза будет красивая, темная. Огород и огород. У нас тоже огород. Понятно. Огородный. Ну вот это как ты говоришь, отцвели. Там вначале ты говорил, не такие цветы. Нет, желтые там. Вот. Лилии? Ну, ты говорила там лилейник или как? То лилейник. А это лилии. Путаю все мне. Ну, у нас помидоры какие в теплице висят. На один. О-о-о. Видите? Видно? Они торгуют помидорами. Ну, конечно. У нас есть кому забирать. Алена кетчуп делает, вернее, Витя. Ну, и на улице уже помидорки есть. Как читал статью в интернете, смотрел. Под Туровом там где-то не Ольшаны, а ну, деревни. Ну. И вот у них десятки гектаров людей скупают все эти все. А, скупают? Скупают и все строят эти самодельные. Внутри не такие теплицы, а этот, как говорится, лес не отесанный, не тесанный. Угу. Пленку покупают, и у них все, помидоры, огурцы, это все подряд. Вот. Там ну, земля хорошая. Труд, торф и чернозем, вот у них земля какая. Угу. Труд, конечно, тоже. Пишут, и печки топим эти, начиная, короче, круглый год. И капусту выращивают, и что они только не выращивают. У нас баклажанчики в этом году. Маленькие. Там вот видно. Вот. Огородники. Это вот, это как ее, спаржа вот это, да? О. Вот это спаржа. Это сельдерей. Может быть. Висят. Ага. А раньше не выращивали вы? Не-а. Ну, как-то пробовали на даче, что-то не пошло. Первый раз вижу, никогда не было. Саша, привет. О, Саня, привет. Ты что затихарился? А я тебя и не вижу. Честно, я даже не знал, что ты. Смотрю, это Маргуська, да Маргуська. Вот привет, смотри, какая интересная. Рябенькая. Угу. Хорошо. А тут белые. Ладно, погнал. Там лилии. Погнал я. Может, кофе попить? Наташа говорит, ворота новые. Саша сварил. Ну, молодец. Ну, поставили с Лешей, с Витей. Старые вон в Бухе. Сказал, на дачу отвезет. Там поставили. Хорошо. А это у вас соседи отстроились, построились? Да. Только не заселяются, да? Ой, это еще не скоро. Угу. И чего меняли ворота? Те были погнуты. В смысле погнуты? Сам это, ну, металл? Я не помню. Ну, в общем, они туго ходили. А зачем нам надо не туго, чтобы вот это устройство работало? От пульта, чтобы ворота открывались. Угу. А раньше вручную, я насколько знаю, открывалось. И вот он что-то там смотрит. Тут какая-то будет черная полоса такая по всей длине. Угу. Как-то так цепляться вот на. Короче, начать и кончить. Угу. Да, и это же надо подключить. Тут что-то варили. Ну вот это. Угу. Чтоб ролик этот поставить. Ролик-шарик. Да. Ну что, побывали, проведали. Погнали дальше. У меня там тоже работы столько, цемента купили, все. Тут же убрали две туи, пропали. Угу. Вот такие вот. Видишь, угу. Чего-то вот. Не знаю, говорят, клещ. И брызгаем. Ну, и. Будет желание новые посадить, нет? Да нет, уже нету. Вот нормально и так. Угу. Разводить этих клещей. А тут не живут клещаки. Нет. Пушистики симпатичные.
Ну что, все, всем пока. Не, хозяин вышел. Куда прячешься? Иди к мужу. Вон хозяйка вон. Там. Хозяйка говорит, день рождения 12 апреля. Вот как у меня. Толстая. Ну все, до свидания, всем пока. Поеду. Даже в дом отказался заходить. Говорю, пошли кофе попьем. А, ну скажи, все правильно. Нет, нет. Потому нет. Что сейчас начнут это писать. Ага. Приехал, не накормили. Не угостили. Уехал, он еле едет, падает с велосипеда. Ну все, пока. Всего хорошего. Так, цель выполнена. Самое главное, что я хотел, передать маме малину, чтобы не специально ехать, не ехать в город. Потому что мы вчера только приехали на дачу, а сегодня ехать надо. Не хочется, конечно же, ради этой баночки малины. Так что вот нашли выход. Наташа сегодня повезет. Повезет маму к зубному и заодно. Одним словом, задачу решили. Так, магазин, озеро. Следующая цель. Смотрите, участок у них, озеро какое. Классно, да? Пруд, вернее. Они здесь и рыбачат. Часто видны разводы на поверхности воды. Бульки идут, плавники. Или карп, или карась. Рыбалка классная.